Минувшие выходные сразу в нескольких территориальных управлениях прошли спортивные мероприятия. Среди них были уличные тренировки по йоге, занятия по стендовому ориентированию, состязания по бегу кроссом и несколько футбольных матчей. В частности, на стадионе Барвихинской школы состоялась товарищеская встреча между командами из поселков Барвиха и Усово-Тупик. Участников соревнований поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Гусев. Помимо этого, жители могли поиграть в настольный теннис и размяться на свежем воздухе под руководством профессионального тренера.